Меня часто упрекают в том, что я освещаю действительность и события в республике исключительно в негативном ключе, рассказываю только о плохих новостях, ругаю чиновников и прочее, прочее. Ну, в общем, сгущаю краски и выставляю ситуацию в негативном свете. Сегодня очень хороший повод для того, чтобы изменить, по крайней мере, вот это оценочное суждение наших некоторых зрителей. И, как говорил Абрам, когда его этапировали из Ишима в Ишимбай, у нас есть для вас хороших новостей. Судя по всему, небеса услышали наши мольбы. И вчера стало известно о том, что мятежный демон команды Хабирова, певец Ртом и неизменный эпатажник Белого дома Ростислав Мурзагулов, как он выразился, покидает все свои должности. Ну, сказано было, конечно, громко, потому что в последнее время должностей у Ростислава практически не осталось. Он там чего-то где-то в футбольном клубе и возглавлял нашу вот эту смехотворную общественную палату, но тем не менее место в иерархии команды Хабирова он занимал, в общем-то, существенное. По крайней мере, сам создавал подобный образ, там пугал всех вокруг и рассказывал, как он близок к радио Хабирова. Так вот, Ростислав Мурзагулов покидает нас, по крайней мере, так он написал в своих соцсетях и сделал заявление для одного из СМИ в Республике Башкортостан, в чем его информационно поддержала Ульянка Трегубчак. В общем, прощаемся с Ростиславом. Я уже говорил о том, что это, по сути, большое благо для республики. Ко мне присоединились 96% проголосовавших на «Эхе Москвы» по этому вопросу. 96% опрошенных говорят, что это очень хорошо для республики. То есть я здесь не одинок в своем суждении. Как я уже и говорил, Ростислав уходит из башкирской политики и вообще со сцены вслед за своим патроном, компаньоном и товарищем Саша Сидиакином, который тоже уходит от нас, уходит туда, откуда взялся. Ну, тут я должен воскликнуть: поручик, молчать. На самом деле это не то, о чем вы подумали, поручик. Саша Сидиакин уходит всего лишь в Государственную Думу, то есть туда, откуда он появился здесь у нас в Башкирии в последний раз. Оба этих добрых молодца уже дважды попытались войти в одну и ту же реку. Ростислава с треском выперли из Белого дома при Хамитове. Теперь, по сути, происходит то же самое при Хабирове, его лучшем друге. И это о многом говорит, если мы рассуждаем о его сущности, о его деятельности, о результатах этой деятельности. Однако этот анализ у нас еще впереди. В ближайшую субботу мы поговорим о том, кто сменит Александра Сидякина на посту руководителя администрации главы республики, кто может заменить Ростислава Мурзагулова, если это вообще возможно. А сегодня мы все-таки вернемся, наверное, к обзору оперативки, которая была в минувший понедельник, которая была необычайно бурной, интересной, скандальной, я бы даже сказал, истеричной. Последняя летняя оперативка, прошедшая 31 мая, поначалу была достаточно спокойной. Хабиров начал вступление с любимой темы о росте индекса промпроизводства, который вырос в Башкортостане по итогам января-апреля на 2,1%. Потом Хабиров напомнил о том, что у нас практически на носу фолклориада ничего не готово. Дословно он характеризовал это событие так: «Мы до сих пор не понимаем важности этого мероприятия». Но действительно, мы не понимаем важности, а главное, опасности этого мероприятия, потому что из 43 стран мира в Республику Башкортостан, в Уфу, привезут все, видимо, возможные штаммы коронавируса, по крайней мере, вероятность этого очень велика. И вот эти все новые, только что произошедшие, только что мутировавшие штаммы с большой вероятностью будут завезены к нам сюда, на территорию Башкирии. Вот этого мы действительно не понимаем. Как с этим будут бороться, ну, не знаю. Хабиров потребовал сделать всем ПЦР, кто будет контактировать с этими приехавшими. Ну, в общем, понимая манеру и стиль организации массовых мероприятий у нас здесь, в Башкирии, я с большим опасением отношусь к этой фольклориаде. Сам лично буду сторониться этого мероприятия, чего и вам советую. Также Хабиров рассказал о том, что будут разрешены
по определенному графику из Сабантуя в Республике Башкортостан. Видимо, этот вопрос очень больной, видимо, там всем очень надо. Как он говорит, все соскучились. Ну, собственно, как и в прошлом году, Сабантуи будут безалкогольными. Хабиров намекнул прозрачно на то, что Сабантуи будут во что бы то ни стало, хотя бы потому, что главам уже розданы задания по агитации за Единую Россию на этих мероприятиях и на всех последующих. То есть тут, видимо, уже не до ковидной безопасности, потому что агитировать надо начинать уже сейчас. Первым вопросом традиционно был вопрос о борьбе с COVID-19. Забелин сообщил нам статистику вакцинации. Он рассказал нам о том, что 360 тысяч человек на данный момент в общей сложности вакцинировано хотя бы первым компонентом вакцины. При том, что федеральные СМИ сообщают о 10% вакцинированных по Российской Федерации, в Республике Башкортостан вакцинировано только 7%. Мы, очевидно, отстаем по темпам вакцинации от Российской Федерации в целом. А мы помним, что и в России вакцинация идет очень медленно на фоне мировых темпов. То есть мы тут, конечно, не самые первые. Хабиров, понимая это, задал вопрос Забелину, такой наводящий вопрос. Я думаю, это такой вопрос главного режиссера. Цитирую, с вакциной поправили ситуацию, конец вопроса. Забелин уклончиво ответил, что в будние дни он вакцинирует до 10 тысяч человек. То есть как бы ни да, ни нет, Максим Васильевич ответить не решился. Учитывая те объемы вакцины, которые называют Забелин, которые у нас в ближайшее время поступят, учитывая тех, кто уже вакцинировался по Республике Башкортостан, к июлю мы получим как максимум 510 тысяч вакцинированных по республике, что составит примерно 25% населения. То есть план в 60% к июлю и к августу выполнен не будет, и придется как-то с этими цифрами бороться. Судя по всему, Максиму Васильевичу появилась новая задача, новое поле для деятельности. Помните, как он играл вот этой избыточной смертностью, заболеваемостью, теперь он будет играть вот этой вакцинированностью. Вот-вот мы начнем видеть фальсификации по количеству вакцинированных, хотя проверить вот эти цифры нам будет очень сложно. Традиционно дополняющая Максима Васильевича Забелина Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, в этот раз была ослепительно прекрасно, клетчатый костюм, галстук, безупречная прическа. И сообщила нам Анна Андреевна о том, что из-за рубежа в Башкирию уже прибыло 71 тысяча туристов вот в этот начавшийся туристический сезон. И среди них зафиксировано всего 950 заболевших COVID-19. Собственно, эта цифра не должна нас пугать, потому что она ровно в статистике в среднем заболевших по республике, около 1,5%, соответственно, тут бояться особенно нечего. Второй вопрос оперативки был, в общем-то, обычным, но случилось с ним необычное. Мы помним, что этот вопрос, он обычно посвящен ЖКХ, дорогам и ЧС. И Голованова Ирина Александровна привычно уже забубнила о том, как все нормально в ее сфере и как незначительны те отключения горячей и холодной воды по республике и по Уфе, как внезапно взорвался Хабиров. Причем, вот иного слова я подобрать не могу, потому что его реакция, его поведение можно было характеризовать только как взрыв. То есть стремительное, неконтролируемое расширение пространства и объема, температуры и прочее-прочее во все стороны. Процитирую Хабирова, практически полностью его начало этого взрыва, и звучало это так. «Как бы помягче высказаться, хочу выразить крайнее неудовольствие тем, как осуществляется уборка Уфы. Новый руководитель в городе по ЖКХ, он еще неделю поработает и будет искать себе новое место работы». Конец цитаты. Судя по всему, речь шла о Марате Гайфуллине, новом и юном руководителе заммэра и руководителе сферы ЖКХ, там что-то еще чего-то по городу Уфе. Я знаком с Маратом Гайфуллиным, так получилось, что нас в свое время свела судьба. Не могу ничего плохого сказать про него, по тем, по крайней мере, временам. С тех пор прошло много времени и много воды утекло. Насколько мне известно, никакой он не чиновник, не ЖКХшник и тем более не муниципальный служащий. Всю жизнь он проработал
коммерческих структурах. Мы с ним сталкивались тогда, когда он работал вообще в администрации фирмы «Мир», там чего-то там чем-то руководил. Зачем его Греков привел в эту команду, причем настойчиво, со второй попытки, я не понимаю. У меня достаточно много забот. У меня достаточно много забот, чем заниматься. Чем заниматься, чтобы скосили это, Пугачевку покосили, там, значит, путепровод прокосили, этот салат проспектил. Безобразие. Вот у меня здесь я передаю вот эту бумагу, мои коллеги. Я же не на Луне там живу, я получаю очень постоянную информацию о том, что происходит. Контрольное управление, результатах контрольных мероприятий, организация работ по уборке города Уфа. Я понимаю, денег, наверное, нет. Значит, надо тогда вы закройте другую статью, которая менее важна. Но я считаю, что столица республики 4-миллионной должна благоухать, цвести и быть абсолютно чистой. Хабиров продолжил бушевать. Опять сказал, что дает неделю ЖКХ-блоку города Уфы на то, чтобы одуматься. Потом сообщил, что, как он выразился, месяц я ору, прошу заняться. Постригите, скосите, а одуванчики все летят. Конец цитаты. Опять Хабиров сообщил, что дает только неделю Уфе. Меня тут все хвалят директора зеленхоза. Красавец, мол. А что этот красавец с Салаватом Юлаевым сделал? Через неделю лично поеду смотреть. Тут я, конечно, задумался, что этот красавец директор зеленхоза смог сделать с Салаватом Юлаевым. Предположил самое страшное, но, видимо, там речь идет все-таки о какой-то манере пострижки травы. Надеюсь, что директор зеленхоза и его руки не дотянулись до святыни башкирского народа, и он не смог осквернить светлый облик самого Салавата Юлаева. Но, судя по всему, Хабиров начинает понимать, что хлебосольный шашлычник из Ишимбая, этот милый человек, приятный во всех отношениях отец семи детей, вовсе не тот человек, которого нужно ставить управлять миллионным городом, столицей Республики Башкортостан. В очередной раз Хабиров напарывается на эти вилы, когда он требует от верных ума и сообразительности. Вот эта фраза, которую я запустил в свое время в пространство, что набрали верных, а спрашивают, как с умных, все чаще и чаще находит свое подтверждение в ситуации, которая складывается вокруг кадровой политики Радия Хабирова. Но что теперь делать, если он свято соблюдает вот этот принцип подбора кадров по принципу верности, а они ему отвечают, ну, в общем-то, своей исконной глупостью, иногда наивностью, иногда неготовностью к работе. То есть, ну, что делать? Либо терпеть, либо менять кадровые подходы. Тут надо отметить, что Марат Гайфуллин пал жертвой заговора в Белом доме. Для меня это очевидно, потому что, судя по всему, он не был согласован, его кандидатура не была согласована с каким-нибудь Башировым, который все еще пытается руководить городом Уфой. Не сделавшись мэром, он всеми силами, изо всех сил изображает из себя теневого мэра. Так вот, дубина контрольно-счетного управления Радия Хабирова внезапно рухнула на голову несчастного Марата Гайфуллина, который, собственно, еще не успел даже до конца выучить, в которую сторону у него открывается дверь в кабинете, не то чтобы разобраться с уборкой города. Но вот уже его постигла суровая кара революционной законности. Ему досталось за одуванчики, смет и прочую грязь. Хабиров продолжал бушевать, забыв вообще о том, что идет доклад госпожи Головановой, которая в испуге молчала в сторонке. Хабиров обрушился на Калининский, Орджоникидзевский и прочие районы Уфы, назвав их безобразием. И, как он сказал, мы в эти районы вваливаем деньги, а у них смет и строительный мусор повсюду. Отделять Орджоникидзевский, Калининский район от всех остальных на самом деле не стоит. Город как был чумазом, так и остался. На самом деле он не сильно поменялся, на самом деле в последнее время не сильно хуже стало. Город действительно грязный, был и остается таковым. Он прекрасен в восприятии того же самого Грекова. Грекову нравится, ему нормально. То есть это его критерий прекрасного и критерий чистоты. Ради Фаридович, смиритесь с этим. Вы просто подумайте, вспомните, откуда у вас взялся Греков.
и насколько он в состоянии понимать, что такое настоящая чистота, а что такое нет. Соответственно, вот, не требуйте от них невозможного, требуйте от них только возможного. И глядишь, настроение наладится, глядишь, критерии изменятся, и все будет у вас хорошо, Ради Фаритович. Взрыв недовольства Ради Хабирова не оставил слова во втором вопросе Жулькову и Гумерову. Про них просто-напросто забыли, не дали им слова. Этот вопрос вообще утонул в попытке госпожи Головановой чего-нибудь доложить. В основном докладчиком по второму вопросу был Ради Хабиров. Третьим докладом оперативного совещания был доклад руководителя Госкомитета по туризму Тукановой Эльмиры Наилевны о готовности Республики Башкортостан к летнему туристическому сезону. Я не знаю, зачем вообще этот вопрос обсуждался на правительстве. По содержанию этот доклад был абсолютно нулевым. Заунывным голосом Эльвира Наилевна начала рассказывать нам о том, что первым делом, а от себя я добавлю, что уже в 10-й раз, она занялась разработкой стратегии развития туризма по Республике Башкортостан до 35 года. Ну, блин, сколько можно уже этих стратегий создавать? Каждый новый руководитель этого мертворожденного ведомства начинает создавать свою собственную стратегию. Проблема в том, что ни один из них эту стратегию не реализовал не то чтобы до конца. Многие из них ее даже не начали реализовывать. Вспомним там Нафикова и его предшественников. Все это абсолютное бла-бла-бла и разговоры. Опять основной задачей было запуск вот этого двухэтажного автобуса пресловутого, который опять у нас будет ездить по Уфе и будет являть собой, собственно, олицетворять основные достижения Госкомитета по туризму. Но тут положение снова исправил главный режиссер этого представления Ради Фаритович Хабиров. Он ворвался в заунывное представление, которое нам давала госпожа Тукаева или Туканова, я никак не могу выучить ее фамилию. В общем, его опять бомбануло, и Хабиров опять взорвался. Причем он, совершенно не переходя с темы на тему, вдруг включил микрофон и заявил: «Я 3 недели прошу скосить и навести порядок». 3 недели! В крик кричал руководитель республики, опять памятуя об этих одуванчиках и траве выше его роста в 186 сантиметров. В общем, видимо, не отпускала эта тема, он совсем не слушал Туканову, он все время, видимо, думал про Пугачевку, про вот эту траву и про то, как безответственные, безалаберные руководители города Уфы не могут там эти одуванчики скосить. После того, как информационное вторжение главы республики закончилось, Туканова, как ни в чем не бывало, продолжила свой доклад. Опять же, главным достижением своим она отметила программу «Непутевые заметки», уже канувшего в лету видеоблогера Дмитрия Крылова. Вот это основное достижение Тукановой – взять из бюджета, оплатить платную передачу на Первом канале. Дмитрий Крылов приехал, каким-то совершенно елейно-пасторальным голосом озвучил, как замечательно все здесь в Башкирии. Вот это, собственно, все, чего достигла госпожа Туканова. Но еще она потратила 1 миллиард и 200 миллионов, по крайней мере, это общий объем ее бюджета на гранты и на развитие туризма в республике по этому году. Но вообще 1 200 000 000 – это немало. Куда она их там пульнула, совершенно непонятно. Дальше госпожа Туканова перечислила формально меры и способы и свои намерения. Ну, в основном это были декларации необходимости. Необходимо это, необходимо то. Ну, на мой взгляд, тетенька оказалась совершенно пустой. И абсолютно непонятно, зачем ее было, значит, импортировать там из соседнего региона и сюда привозить на смену Салавату Нафикову. Она, в общем-то, такой же точно Салават Нафиков, только в юбке. В общем, реальность на самом деле значительно более сурова. И вот примерно такова. Посмотрите фото Аслыкуля, ну, жемчужины, туристической жемчужины Республики Башкортостан, в каком виде сейчас находятся берега этого озера, и, как говорилось в одном фильме, трезво ужаснитесь тому, насколько готов Башкортостан к туристическому сезону. Хабиров под конец доклада все-таки решил соблюсти некие приличия, сделал вид, что он слушал Туканову и задал такой вопрос: а что у нас нового в туризме? Ну, такой неожиданный вопрос получился. Туканова сообщила, что она сгенерировала очень большое количество сервисов для самостоятельных туристов.
потом что-то забормотала про какие-то сайты, акции в отелях. Ну, в общем, вот примерно так выглядит у нас готовность к туризму. Это, понятное дело, какие-то акции по самостоятельному туризму, то есть сами занимайтесь, да? Мы же комитет по туризму, а не какое-нибудь вам там турагентство. Какие-то сайты животворящие, ну, понятное дело, без сайтов туризм невозможен. Ну, и вот акции в отелях, которые, собственно, происходят и без воли и без мановения волшебной палочки госпожи Тукановой. Отели есть отели, и, собственно, акции – это их акции. Оперативка изобиловала неожиданными переходами. И вот после доклада госпожи Тукановой, совершенно вне всякого регламента, Хабиров вдруг решил вернуться к Жулькову. Процитирую его вот этот оборот, каким образом он вдруг вспомнил про Жулькова. «Чтобы уж завершить сегодня неприятную часть, покажите Виктору Михайловичу два фото». Ну, то есть это указывало на то, чтобы два фото были показаны Виктору Михайловичу, но показали нам всем. И, как сказал Хабиров, это касается дорожной разметки. Далее он продемонстрировал вот эти вот фото, которые мы вам тоже сейчас демонстрируем. Совершенно чудовищный пример того, как разметка наносится на абсолютно разрушенные дорожные покрытия. То есть это абсолютная иллюстрация того, как наши деньги ложатся в землю. За это, видимо, наверное, требуется заплатить, потому что работы сделаны. Прямо поверх раздробленного асфальта нанесена свеженькая беленькая разметочка. Ну, вот Хабиров продемонстрировал несколько этих кадров. Один из этих кадров, как вы видите, показывает, с какой геометрической точностью наносится разметка на дорогах Республики Башкортостан. И Хабиров, ну, резонно задал вопрос Жулькову вообще, что это такое. Жульков с места блеял, что он разберется, что еще ни копейки не оплачено. Судя по всему, там ни копейки не оплачено вообще не должно быть по этому контракту. Хабиров заявил, что он уже второй раз говорит на эту тему и третьего раза не будет. И что это, на самом деле, по его оценке, преступление. Хабиров все-таки как-никак юрист. Если он оценивает вот это вот все как преступление, то есть вот эту разметочку поверх разбитой дороги и разметочку вот с такой вот странной геометрией, то, наверное, это действительно преступлением и является. Ну, вообще, резонно было бы Радию Фаритовичу в это время переместить свой гнев немножко правее в зале, а непосредственно на Алана Викторовича Марзаева, который с тревогой все это слушал и который является, собственно, ну, благословившим вот эту странную фирму «Вектор» на двухгодичный контракт по нанесению разметки. По-моему, уже и козе понятно, что фирма «Вектор» не справляется со своими обязанностями. Хабиров потребовал там куда-нибудь их вызвать на какое-нибудь совещание, забросать их претензиями, как он выразился. Но очевидно, что контракт должен быть, ну, мне, по крайней мере, очевидно, по моему субъективному суждению, контракт должен быть немедленно расторгнут ввиду ненадлежащего его исполнения, должны быть найдены юридические для этого возможности и должен начаться срочный поиск и нового подрядчика. Как бы там ни было это хлопотно для Виктора Михайловича, это должно быть так. Потому что иначе вот этот вот замечательный «Вектор» под трогательной опекой господина Марзаева нам нанесет примерно вот такую разметочку по всей республике, если он вообще нанесет ее в должном объеме, который прописан в контракте. А далее последовало и вовсе программное заявление Радия Хабирова, которое в определенном смысле меняет его отношение к своим подчиненным, отношение вот к этим вот неумным, но верным. Судя по всему, в сознании Хабирова созрели серьезные кардинальные перемены в этой части, потому что, ну, говоря простым языком, они его достали. Коллеги, я там жалел вас, не вытаскивал на, значит, на прямой эфир сюда и так далее. Не буду я жалеть, потому что это потом мне говорят, что я плохой руководитель. Не хочу. Значит, это вы плохие руководители. Это вы вот это делаете, это не я делаю. Есть одна проблема в оценке вот этого высказывания. На самом деле Хабиров забывает одну очень важную вещь. Он забывает, что все, к кому он обратился с этим спичем, вот с этим вот воззванием, вот с этим криком, на самом деле все эти люди лично им за руку приведены во власть, в команду, лично им усажены в кресло, лично им расположены в тех должностях, в которых они находятся. Вот здесь Хабиров попадает в ловушку собственной кадровой политики, когда ему некого упрекнуть
в том, что кто-то вот там какой-то неправильный выбор сделал в кадровой политике. Вот вы там привели мне вот этого человека, он оказался не тем, там убирайте. У него такой возможности нет. Практически все люди, к которым он обращался вот с этой своей пламенной речью, это его друзья, товарищи, надежные члены команды, по крайней мере, еще до вчерашнего дня. Примером этому являются и Сидякин, и Мурзагулов, и Марзаев, и прочие, которые очевидным образом, дискредитировав себя, теперь дискредитируют и главу республики. Ближе к концу оперативного совещания зачем-то решили поговорить об организации питания в общеобразовательных учреждениях. Ну, может, потому что закончился учебный год, может, еще почему-то. Алексей Николаевич Гусев, руководитель Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан, сделал довольно бесцветный доклад, в котором он утверждал, что в республике полностью отсутствует проблема с питанием в школах. Он сообщил там о немыслимом количестве контрольных мероприятий, как он выстроил вот эту работу по контролю за качеством питания, что главное в его представлении – это открытость политики. Родители без конца тестируют кашу и котлеты, которые делают в школах. Родители счастливы, довольны. И, цитирую Гусева, отрицательного уровня организации питания в школах Республики Башкортостан на данный момент нет. Конец цитаты. Примечательно в этом докладе вовсе не то, что нам рассказывал Гусев, и многие родители, наверное, не согласятся с его мнением, многие до сих пор недовольны этим питанием, у многих дети отказываются есть в школах, ну да ладно. Примечательно другое. Примечательно комментарий, который к этому докладу дала госпожа Прочаковская. Хабиров попросил ее с места прокомментировать, как там у нас, как говорится, по отзывам, да? И Прочаковская заявила абсолютно фееричную вещь, которую я процитирую. «Докладывать не о чем. Жалоб на школьное питание нет». Конец цитаты. Ну, для меня очевидно, что вот эта новая фаза, в которой команда Хабирова, не справившись с какими-то проблемами, перешла к фазе отрицания этих проблем. То есть сейчас концепция будет следующей. Проблемы вообще не существуют. То есть что бы вы там ни говорили, дорогие родители, как бы там ни травились ваши дети, как бы они ни кривились и не отказывались от еды, проблемы нет. Проблемы школьного питания не существует, питание в школах прекрасно, великолепно, и поправить, и улучшить его уже абсолютно невозможно. Вот к такой концепции, судя по всему, не только в проблемах общественного питания переходит команда Хабирова. Вынужденный переход, потому что они за 2.5 года, а скоро мы уже будем там осенью праздновать и 3-летие пришествия Хабирова к власти, за этот довольно длительный промежуток времени не достигнуто никаких высот, никаких успехов, а их нужно констатировать, но как минимум будем отрицать проблемы. Подытоживая эту бурную, сумбурную, я бы сказал, даже истеричную оперативку, Хабиров заговорил бы о стройотрядах. Мы помним, что он очень тепло отзывался о своем прошлом, о молодости, когда он был стройотрядовцев, как он там заработал денег и тут же прогулял их в Питере. Ну, в общем, Хабиров об этом заговорил. Он сообщил, что довольно большое количество, 2500 вакансий правительство республики обеспечило для стройотрядов в области сельского хозяйства, в ЖКХ и на стройках. Однако энтузиазма среди вузов создание стройотрядов не вызвало. В частности, Хабиров попенял УГНТУ и УГАТУ в том, что руководство этих вузов не очень-то активно занимается организацией этого вопроса, не выделило помещений для стройотрядов, не выделило там ответственных за стройотряды. Очень был недоволен Хабиров тем, что Республика Башкортостан занимает там одно из последних мест по Российской Федерации в этой части. В общем, был недоволен. Завершая оперативку, Хабиров вспомнил и о политике. Вдруг он заявил о том, что на праймерис в Башкирии проголосовало феноменально большое количество людей, и дал слово Ахмадинурову. Срываясь на фальцет, Ахмадинуров начал зачитывать цифры о том, что всего в Российской Федерации проголосовало на праймерис «Единой России» 6 миллионов человек, а в Башкирии аж 526 тысяч. Несложно посчитать, что примерно каждый 11-й голосовавший по Российской Федерации проголосовал в Республике Башкортостан. Но надо отметить, что население Башкирии не составляет и 10%
от населения России. В общем, тут, конечно, какой-то очередной перекос случился, аномалия и феномен, как сказал Хабиров. Честно говоря, я с иронией отношусь к отчетности «Единой России» там, по количеству голосовавших на этом праймерис. Но Ахмадинуров продолжил. Он заявил, что по думскому голосованию в праймерис лидируют Сидякин и Утяшева. Сидякин оказался не просто лучшим главой администрации, он еще оказался и лучшим ядросом в Республике Башкортостан. Внезапно уйдя, значит, на выборы в Госдуму, Сидякин легко и непринужденно набрал большинство голосов среди однопартийцев. Ну, собственно, не знаю, как это расценивать, как комплимент или как упрек, но быть лучшим единороссом, пожалуй, это не лучшая позиция нынче во Вселенной. Упоминая победивших в праймерис по выборам в горсовет, Ахмадинуров и вовсе попал в просак. Он заявил, что лидирует в этом праймерис Греков и некая Сухарева, которая возглавляет студенческие отряды. Видимо, Ахмадинуров так хотел сделать приятное своему начальнику, что решил упомянуть предыдущую тему о стройотрядах. И тут Хабиров его перебил и сказал: нет-нет, она не возглавляет студенческие отряды, она возглавляет движение многодетных матерей. Но Ахмадинурова было не остановить. Он, как по писанному, снова сбившись, повторил, что победил Греков и Сухарева, который возглавляет студотряды. Тут уже Хабиров очевидным образом, раздражаясь, снова сказал Ахмадинурову о том, что нет, она не возглавляет стройотряды. Вообще выглядело это, конечно, жалко. Честно говоря, интеллектуальный уровень Рустема Маратовича серьезным образом падает в наших глазах. Человек не умеет оперативно реагировать даже вот на такие вещи, как, ну, очевидная ошибка в собственной речи. Когда его поправляют, он, тем не менее, все равно настаивает на этом. Я не знаю, с чем это связано. Связано, может быть, это с чрезвычайным напряжением, которое испытывал Рустем Маратович на этих праймерис. Возможно, его психика или его, в общем-то, эмоциональная конструкция треснули, не выдержали этих нагрузок. Возможно, они нуждаются в серьезном ремонте и восстановлении. Не знаю. Но выглядит Рустем Маратович, конечно, достаточно сильно потрепанным.